Всем привет! Мы продолжаем играть в SCP Secret Labs. Laboratory, точнее. Что там у нас по комментариям были ответы? Во-первых, мне говорили поиграть на сервере БСХ. Ладно, сыграем. Про РП сыграем в седьмой части, которая должна была быть последней. Но ладно, ладно уж, хрен с вами, поиграем подольше. Хоть я и не хочу. До десятой части, наверное, добью. Чуть-чуть побольше, как написали. Вот это такие компромиссы. Компромиссы сделаем. Вот, ладно, в принципе, сервера. Давайте поищем. Блин, опять он мне мигнул. Он всегда сразу не врубается. Ладно. Давайте искать БСХ какой-то. Сейчас поищем. Я разок там собираю. Пара, что-то знакомое. А, это чувак был у нас в клане по серфу, точно. БСХ, БСХ. Так. Да ё-моё. Может, я могу вот так... Блин, я сейчас наберу. Ладно. Это не оно явно. Там еще про деда что-то писали, огромные сообщения, типа, ну я прочитала, типа, в принципе, то все, что там было написано, я знаю. Блин, тут уже европейские какие-то. Ну, в принципе, вообще немного серверов. А, еще в этой серии нужно зайти в лужу, потому что в прошлой серии это не удалось сделать, потому что я либо не нашел, либо забыл. Но, по-моему, не было ничего, если я правильно помню. Я нигде не замедлялся. Это не удивляйтесь, я когда-нибудь из ведра начну пить вообще. Так, окей, ладно, не находим, не могу найти. Я вроде посмотрел, вроде ничего не... А, вы БСХ, кстати, а как так? Венс, мимикри. А тут людей-то нету. Давайте вот сюда-то. Ку-ку, это типа привет-привет. Ну давай сюда зайду, ладно, так уж и быть. Не знаю, что за сервер, главное, чтобы не РП был. Потому что в РП я сейчас не готов играть. Я вообще, в принципе, уставший такой пришел и вот. Звук не проверил, но сейчас глянул, все окей. Я пришел такой, камера уже пожелтела, хотя включал был нормально, такой, ё-моё, что делать? А, кстати, подсказку его прочитать, ну ладно. Наипростейшую. Я собака, Эльдерко. Наипростейшую, да. Где мы с Егором SCP и убиваем вас. Так, ну и класс D, в принципе, все. Наконец-то я не SCP. Да ладно. А, постоять здесь, да? Ну давайте. Нет, нет, не проваливаешься. Вот все, удачный тест выполнил сразу. За что ты мне так? Ладно. Он прям подождал, пока я пойду, и потом закрыл дверь. Пацаны, вы не видели лодшелк? О-о. Кого? А че, оружейка, у вас есть что-то? Открой, пока ничего. Так, ай, так, вот так, инвентарь, все, понял. Заскамили мамонтов, заскамлены. Дайте карточку. И что это? Здравствуйте. Добрый, коллега. О, у меня тоже коллега. Тоже своего рода ученый. С дырки. Ну, да. О, коллега. О, коллега. О! А, коллега, может, не будем, коллега? Фига, он скрытный был. Вон он там стоит аккуратно.
ледышки с фонариком. Там было две дышки с фонариком. Да, это я видел. Пошли. Бегите. Бежим, 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 бежим. Человека убили. Чтобы ты меня разбудил? Я не умею. Открой, открой, пацан, открой. Открой, пожалуйста. Мак. Хорошо, открой. Там сзади пиздец. Полнейший. Тот в прошлом раунде был лохом. Собака. Собака. Да, ты был лохом. Здравствуйте. Разрешите, пожалуйста, разрешите, пожалуйста. Здравствуйте. Че, наверх? Заходите, блядь, заходите. Хорошо. А вы консьерж? Вы интеллигент, так что нужно расстрелять сидение, чтобы не послушание. А чё меня тогда только связал? Ну, я интеллигент, мне даже смокинг оранжевый имею, видишь? А чё, алё? Я не просто не... Собака. Можно я карточку я возьму? Типа, раздвижи на секундочку. Нет. Почему ты такой злой? Там Сина идёт, ты чё? Там Сина. Зашли в лифт типа раз, зашли в лифт два. Ну, это его проблема. Сдохнет. Это что, блядь? Там все равно нет патронов. Вы же в курсе связывать дэшек просто вообще в смысле никогда не на то. Если у вас карты нету. Если у вас карты нету. Откройте, пожалуйста, я хочу это выпить. Она уже открыта. Ну дайте. Алло! Ай, за что? Ну снимать, короче, вас. А за что? А за что? Причина. Причина, за что он нанес урон? Инсульт упал! Чувак, инсульт упал, помоги ему! О, нет! Ну я не умею делать. Я демку записал, ты нанес просто курдон. Как это работает? Так, встали быстро возле лифта или расстрел. Я демку записал, как ты нанес мне урон. Идите. Не трожай меня, не трожай. Блин. Это не я. Нифига вовремя. Окей. Вовремя я сдох. Блин, какой противный маленький чувачок был. Ужас. Это не сон. Это не сон. О-о. Вот. Классный вокал был. Да-да. Выступаешь где-то? Нет. Хотел бы. А надо бы. Ну сейчас SCP найдем, выступишь. Это любовь, самообман. А у меня МК прокачана на ПХ чисто убийство. Молодец. Ага. Этот бред меня как раз. А чё он? У кого-нибудь есть карточка? Тут... Ребят, мы можем включить боеголовку.
Куда? Все разошлись. Печально. Я хотел себя деду скормить. Кого? Меня. Типа, почему бы и нет? Кстати, его слышно где-то. Дед бежит. Дед сейчас здесь может быть. Главное, чтобы в лифте не было, смотрите аккуратненько. Все нормально. Жалко, что хедшотов нет. Или есть? Хз, не знаю, короче. А что делать-то? Я так понимаю, смысл сейчас убить SCP? Блять. Еще неизвестно, скромник есть или нет. Я слишком быстро откис. Ты куда ты свою голову ты ставишь? Есть план? Нет? Не, это вопрос. Нет. А, ну понял. Значит, импровизируем. Чем мы тут побегали? Кромника не было, не знаете? Готов. Блять, я сдохну сейчас. Сорян. Блин. Это я ты пробую. Открыл? Это ты открыл? Нет. Это наш комп. Окружили. Что в смысле комп? А? Мне же... Нормальный сынок. Мне нравится, как собака ходит, как чужой. За что? Я же просто стрелял по тебе. О, моговцы! А нельзя по мне стрелять, понимаешь? Собака, давай-ка быстрее. Все, побежали. Так. Давай. Красава, дай похавать. Закрой дверь, если можешь, пожалуйста. Я скоро зашел. Собака, ты куда убежала? Прыгни на них. Готов все прыгать. Тебе как с ХП? Арт Про 999. Уходим. Меня могает, лайтзона уехал, в итоге лайтзона закрылась прямо сейчас. Гений.
На сейчас тут будешь ждать, осторожно. Компьютер, помогай! Компьютер, помогай! Пошел, пошел. Оп, 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 спидрон. Тут кто-то есть. Вот и первый. Блин! На его ударил. Флешка отрубила весь комплекс. Смешно. Жалко. Только всем как-то грустно. Ё-моё, дед, конечно, нашел место, где уходить под землю. Мне верит лап. Я ем колбасу. Ну, кстати, прикольно, таймер есть. Когда ты возродишься, там тут все. Кстати, угорнул человек из комментариев, где зашибись, типа, в лицо просто получать стену электрическую. Угорнул. Я просто, типа, не обратил внимания, то, что у меня броня сносится при этом. Я посмотрел, короче, хп вроде не тратится. Такой, ну окей, ходил так. Оказывается, она броню сносит. Я потом заметил это уже. Я зато угорнул хорошо прям. Офигенный комментарий. Обучение? Какое обучение? Termination. Семьсот пятьдесят хп. Да ты чё, глухой что ли? Ну ты серьезно? Ему конец. Уходи под землю сейчас. Дед, уходи под землю сейчас. Накопится. Ну, все, ГГ. О, помоги ему. Nice. Не трожи меня, не трожи. Не трожи. Из-за человека одно убийство сделали, чего нахуй? Да, да, есть какая-то. А вы любите гранат? Я люблю гранат. Я, кстати, попугай забыл сюда принести. Хреново. Ну ладно. Па-па-па-па-па-па-па. Тут еще было в комментариях такое важное. Нет. Тапку уютно в овервотче просто сидеть. Тапок умер. Блять, полгода в этом ебаном овервотче сидит, и вообще похуй ему. Они просто. Нет, имею в виду, давайте. Что такое? Игра такая. Ну да. Игра для пидоров. Вик, спасибо за то, что ты меня пощадил. Это YouTube, в принципе, но он не любит такое, ну да ладно. Хороший, Рик, хороший. Это же не я говорю. А в смысле ты у меня, Вик? И с ним я не играю, поэтому не важно. Да да ну ёлта, да он опять Аглаз Д. Блядь, ну что с тобой не так, чел? Что это за хуйня была? Привет. Здорово. У тебя есть ключ, да? Мне бы что-то найти еще? Так, зона тяжелого содержания. Блять. Призори. Я выйду в самый последний момент. А, давай. Ну, доктор, естественно, в белом халате мы не замечаем. Блин, капец. Я сам... Так, вот это я не люблю. О, кстати, забыл вот это сделать. Давайте посмотрим. Коллиматор хочу везде поставить. Чел, пожалуйста. Реально, а чё не работает? Ну ты, надо было остаться нахуй, послать и оттаться сдохнуть.
Это верно. Пусть она... Это бро. Если сейчас разорвешь, пошли его нахуй от Рика. Тут статистика это есть. Бро, который сейчас разорвется, пошли его нахуй от Рика. Да, по-братски. Так. Скажи, пошел нахуй чумной. Ёпты. Ах, хлебушек. За что вот так? Ага, курка на фрагов. Блин, что это за прицелы такие? Я думаю, что он его послал. Я тоже. Они говорят уже об этом. Это не очень удобный. Пиздец. Пойду покушаю. Приятно. Ну я приду сейчас. Блин, ну ладно. То все равно будет удобнее, мне кажется. На фоне играет нормальная музыка, классика. Да, они эти ваши. Моргенштерн. Не вот эти ваши там, да. Моргенштерн и инстасамки. Заткнись, пусть играют. Тихо. Реально кайф тема. И пиздец, охуенно. Тут вообще прицела нету. Все, заперлись. Это глушитель, что ли? Заперлись, блять. О, кстати, нельзя открыть. Точность пули. Деда. Может, я насколько знаю, он и так херово стреляет, поэтому... Вот-вот, только где-то она может зайти. Выруби свой капхэт, нахер! Не, блять. Нет, реально, нормально, музычка. Не то, что ваш там. Нормальная музыка. Отдача минус 30 заберем. Так, тут что у нас? Скорость прицеливания. Это мы делать не будем, наверное. Зачем там вообще, в принципе? Это здесь отдача пианино, нужна. Ладно, отдачу уберем. Через фильтр. Вентилятор. Временный экипировка. Это что значит вообще? Он поддается. Он молодец. Чего? Расстрельность. Да боже. Жапа, кстати, смотрите. Ладно, второй раз от деда не сбежал. Чумка не надо, чумка фу. Так, количество здорово, пуль плюс 100. Я, наверное, еще один раунд после этого поиграю. Ну это мы не будем. Нахуя вы лампочку бросили? Не знаю. Вообще не знаю. Я думал, что это только через закрытые. А через заблокированные я не знаю. Что такое временную экипировку? Типа достать, доставание его? Да это похер вообще как бы. Я когда играл, ни разу не проходил, когда это... Я лампочку бросал. В принципе все. Чё там кто? Кто выжил, кто проиграл? На сервере такие же правила, как них минута. Что, бро? Говори. Пойди тихо. Говори. Тут такие же правила, как на классике. Это одно и то же. Это классик. Только просто название поменяли. Название просто поменяли, это классик. Ну, спрашиваю так. А, это по Хэллоуин уже начался, нифига. Угу. Боже, не ходи на охранник. Интересные факты. Остался. Сейчас до ПХ едем. Зачем? Что мне дает? Знаете, я все равно не могу туда зайти. Почему до сих пор не дали ачивки, типа, сыграть в Хэллоуин? Ну, типа, хуйское обновление. Я таки не понял, почему. У меня все ачивки есть, кроме рождественской версии игры. У меня нету Хэллоуина. Боже, помоги. У меня за 200 часов, да. Там уже есть задание, короче, это лишь расходник. У меня все ачивки, и у меня 200 часов. И у меня все ачивки. Да где они, блин? У меня все ачивки и 200 часов OCP, только одной ачивки нет, это рождественская версия. Почему не в красном все? А я не открою себе. У меня нет ачивок. Блин, не успею. Ура, я вылез. Ладно. Пулемет или что это? Это пулемет? А, ну ты все, это хорошо. Я капитан. Вау. Ребят, там один хусит, если тут сразу. Сам тебе будет. Иди пахнут пусть. Оп-оп-оп-оп, ты че? Ебо! А, у тебя оружия нету, у меня по крайней мере. Да блять! Это комп закрывает. Кидайте гранаты, гранаты. Поступили просто это кранты. Ебана толпа. Гасите.
Блять, ничего не видно. Темной вон. Бля, да что ты будешь делать? Чё они все толпой-то тут? Дурак, пол, урод, поймал меня. Иди, дурак. Я так никогда не проиграю. Ну чё, я обещание выполнил, я бы ЦХ проиграл сервер и зашел в лужу. Ну, нормально. Из этих обещаний я выполнил, всё, я чист. Ози возродили. Сука. Ничего не видно за это. Мы им снесли так-то. Да, только я с дока 939-го, что такое вообще? У вас чека на пас убил. Деду смотри, сколько снесли. Ебать, это просто мы толпой зашли. Тут наконец-то люди толпой имеют заходить. За 20 или за 9 лет 4 финала. А вот Magic. Привет. Алло, люди. Да уж, посносили капец. Пиздите, пиздите, СП, у них прям мало хп, прям у чумки вообще очень мало хп. Печень вообще мало, а у чуму пиздите, реально чуму где-то пиздите. У чуму 122 пиздите, и хаусет в этой... А блять! Ну что за привычка дебильная, просто не могу, зачем это врубать? Рукоговорители, блять. Я раньше думал, сервер Халдор это имбовый сервак, это оказывается параша ебаная. Халдор пидор. Эх. Ну все, короче, скоро приду. Так, скриншот не делал, да? В серверах играть калово, блять, осталых. Где люди, блять, до 5 считать не умеют. О чем он там говорит, вообще не понял. Блин, прыгают все, распрыжку имеют какую-то. Пиздец. Это передай чуме то, что пошел он нахуй от Рика. Пожалуйста. Ладно. 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 Он упатый. Ты передал зомбик. Надеюсь, да. О, фига себе, мы всех SCP вынесли наполовину почти. Да. Да, ну только, блядь, единственный хаос, ну сука, ну просто сидеть и все, как скло. А что там? А, ну да, и 173-й капец. Хаос будет. Дед полный, быть. По сути. Ок уже спавнился, плюс как минимум дэшку еще сбежал. Я нихуй толпой, ну серьезно, обалдеть, как их останавливать теперь? Почему они могут умереть? Пам 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 па 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 пам па 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 пам парам парара. Ты долбоёб это сделал. Это же свой кинул, вроде бы. Пускай езжают, а я тут постою. Я просто боюсь оскорблять мать. Почему никого оружия нет? Что за... А, нет, у всех есть, кроме него опять. Он держит воздух. Да блять, да шо ж ты? Поехали. Надо выходить сразу, а то это. Противник!
Куда идти-то, блядь? Ну и СИПИ мы сейчас заруиним это, да. Мы их должны добить уже. Дед только остался полный, в принципе. Комп еще как-то вырубить, блин, а то... Я без понятия просто, как это делать? Кто скажет слово, тот лох. Окей. Охуеть теперь. Да иди ты нам задолбал этот свет грёбаный. Обычный, ну, то есть между Теслой. Как думаешь, он зарядится? Нет. Он, по-моему, не заряжался. Он мне, по-моему, заряжался. Не, обратно бы так же. Такое. Нет, я понимаю, но все-таки. Не, ну, слишком хорошо люди играют. Как-то мне нет, по логике, мне кажется, не думаю. Там же название прям таки пишет, что высокое напряжение. Что такое розовое? Что там это? Таки... Да, навыч... Обучаются люди там? Погоди. Ну вот чтобы... А у меня граната. Не заряжайся от... Тесы. Ну, какой-нибудь специальный... Да вот их нету вообще. Давай. От Тесы и заряжать навигатель. А мне кажется, такого выбора на нем нету. А чё, хватит много? А тут комната ожидания какая-то есть. 3-3-3-3. Короче, печенька 296 кп, 1500... Дед 1149, а комп уже уровня 5, собака половина хп 1778. Короче, знаешь, ну нет, знаешь, там прям так написано высокое напряжение. А в 914 и в этом у Теслы там же, ну, типа высокое напряжение, по большей части у Теслы, логически. Чего? Блин, они что-то разговаривают о чем-то, я вообще их не понимаю, если там что-то понятно было. Че вы делаете? Там чел вышел. Или его забрали? Там, блин, люди некоторые, конечно, вообще обалдеть. Вот он все взял, сбежал, кинул своих ребят, хотя там челик один хотел зайти тоже в лифт. О, там... Там хаусит, хаусит, хаусит. Срочно к нему. Спиздить, блин. Что? Блин, там еще эти есть. Что-то там. Индия, Лима, что это? Килды. Кило. Кто в лифте тот тварь? Кто в лифте тот передает? Типа... Кто мог в лифте? Блин, да. Я мог лифте. Я бы не мог срать среди раз. Сама така. Сам такой, сам. Эй, петух! Я тебя запомню! Стопай! Заходим толпой и хуярим! Стоять!
Куда? Помогайте. Ну не стыдно тебе, а? Что происходит? Так дробовик же вроде тут. Такой себе. Твою мать! И толпой, блять, вечно. Почему Грокса столько хп или что это? Я уж даже не знаю. Это капитан, да? Нас заперли. Что мы на него переключиться не могу? Идите мне, пожалуйста, с ним. Я хочу с ними в лазовке побыть. Чисто для ачивки и самоубийца в ворота Тесла. Тапак, будь хорошим, пожалуйста. Тапачок. Тапак. Пачок. Будь хорошим мальчиком, тапак. А его убили. Дед, да, да не прошел уже. Я уже сколько раз испавнился. Я уже сколько раз испавнился за зомби. Я шел и на Тесле умирал специально. Чел сзади это видел. Похуй. Сдохли мы с тобой, отец, вместе. Да, база, база. Сдохли с тобой, Нови. Не знаю, нахуй ты пришел. Блять, вообще жомбу говноеда какие-то появились. ГГМ. Пиздец, я не понимаю, но... Не выжил. Почему за тебя зомби играют, а за меня нет? Мне нахуй зомби посылают. У меня говна какие-то были тоже. А у меня тоже, у меня под 4 было, наверное, таких же. Какое тесто, ну, погоди, давай так. Кого? Я вам щит давал каждый раз, когда вы просили. Да. Не когда мы просили, когда ты хотел сам. Нет, у меня КД была, кого? Я убил печеньку, поэтому, в принципе, это как, я был когда сегодня. Печеньку убили все-таки, да? Дед остался, собака тоже. А я-то что сделал? Зомбоид готов? Блять, как же этот зомби хорош. Жить. Блять, зомбу выцовывает, тащит этот раунд, только из него он продолжает. Да. Кто был печенькой? Кто был печенькой? Сид забачу. Почему зомби не могут апгрейдиться? Блять, тапок на Майами отдыхает, он онлайн, но он вовремя. А что он сделал такого, что они сказали про него? Зомби не может быть. Типа прям... Из пяти, вот знаешь, рядом трупов соединить их и один большой зомби. Нет, это херня. Почему зомби пожирает трупы, не может становиться сильнее? Да ебошки ему сразу микрохит в руки, нахуй. Почему нет? Ну реально, ну какую-нибудь хуйню делать. Ну чтобы пожрать, например, восстановить часть воспоминаний. Его нет, у него ФП было лично, что по зомби. Ну типа изначально 400, вот так бесконечно. 30 секунд. Хавает. Ну это волну мова, просто перегибли и всё, пиздец. Зомби за 5000 хп. 700 хотя бы. Хотя бы до 700. Да там щит ещё решает. Да щит на 100 хп и всё. Щит реально на 100 хп, это кал. И, блять, о. И зачем он его упускал тогда? Я какашка еду. Нас, короче, в интеркоме. Повстанцы хаос, окей, сейчас гранату готовься. Нас тут не хочу его убивать. Мы с ним столько выживали. Ага, Дес помочь, остальных поубивать. Я бы на вашем месте пошел бы. А, там граната, да, у него граната, кстати, есть. Ты тоже решил первым идти? Да, зачем? Да, такой же вопрос, лучше они сразу умрут. Я и так задолбался в спектаторах сидеть. Согласен. Опа. Оп, катите. Ой, я барбекю.
ком, Сачи, где последний? Скажи, мы его убьем. А, блять, кто так делает-то? Далеко оп, задолбал. Ладно. Свет вырубает. Вот это действие. Заслуженный РП. Его здесь нет, кстати. А? РП тут нет, алё. Да я знаю, он тут чё просто. Оп. Не боимся, Раша. А. Сукунь. Отпугал. Это мой микрохит. Мой микрохит. Тебе этот микрохит, за что вы че, или в кармане деда, или как ты его подобрал? Тут лучше в серверах, серверах. Блин, еще от деда, кстати, ни разу не сбегал. Последите микрохит Тесла, на Тесле подзарядите микро. Что это было? Я его не убил. А кто там? Где зомби? Понял. Бах идет. Кука. Да блять. Выбегать надо. Ага. Я хз. Неплохо я двоих замочил. Дед, конечно, живучий, обалдеть. Сколько мы его херачим уже? Прием, 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 прием. Еще комп бесит, свет вырубает. Подожди, подожди. Я хочу подзарядиться ли микро? Подожди, пизди не будь. Фонарь какой-нибудь. А? Да похуй. Задец. Задолбало просто. Ребята, кто-нибудь играет в Майнкрафт? Я могу с вами на Майнкрафте русском поговорить. Он не заряжается, подожди. Поговори. Я помню, он... там пишут на сайте официально, то, что может как-то подряжаться. Бля, его прям туда надо кинуть, что ли? Че, какой-то чел сдох, что ли? Жестко. О. А ну, стой. Ну че, зарядился? Это вроде не ушел играет. Сука. Давай я попробую. Открой к этому. Эдик. Я ему так. Нет, тут походу победа и себе, у них еще есть шансы. Опа, пылесос. Ой, я перепутал. Из-за звука, короче, пылесосом называют, я понял. Похоже, да. Вам писали это, я просто забыл. Ебучий комп, как он задрал. Комп прям бесит. Миха вообще соло. Миша, то есть не Миха, Миша, Миша, Миша. Да. Ты можешь фонарик где-то можно достать. Я бы фонарик где-то сделал. Не. Пункт прям бесит своим включением света прям.
Да где ты стреляет? Наверху, что ли? Почему наверху слышно это? Надо фонарь где-то достать. Это невозносимо. Сюда идите. Так, и как это заработает? Ну ладно. Допустим. Теперь у меня есть фонарик хотя бы. Как его одеть, я... Пи-пи-пи-пи, дорогие пи-пи. В атаку. В атаку, все в атаку. Кому, кто все-то? Мы нас тут двое. Пи-пи, дорогие пи-пи, дорогие. Кстати, от этого хусуса я убил. Причем с пулемета. Только, к сожалению, не могу Черику. Пираси тут. Где-то тут пылесос был. Вот тут я умер с пылесосом. Значит, кто-то забрал. И где же он был? А, не, он рабочий, пусти. Да блять, я ничего не вижу. Давайте оторвем всем людям руки без регистрации. Ну, у тебя на следующей неделе каникулы? Меня да нет. Да ладно, мы еще ничего не нанесли им, что ли? Да серьезно, что ли? Три недели, блять. Чё за хуйня? У меня в конце октября. Опасно. Это псина задолбала. Жаль тебя, добряка, конечно. 939, тебя на третий раз убивает уже. Когда я буду отдыхать, вы будете учиться? Или ты там? Здорово. В третьем классе. Раунд идет 31 минуту. У нас, короче, каждые 5 недель каникулы в школе. Сзади, стой, слева, сзади, слева. Крутой. Миша, в темноте. Да Миша, ёбаный твой рот, блин. Вон там, я видел. У всех классов. Но я лично в первом. У них очень много брони, еще бы комп вырубить нахуй. Ну серьезно. Комп прям вырубить надо. Сой.
Don't worry, don't worry. Кук. Тим Кук, надеюсь. Снайперский прицел. Блин, тоже без фонарика. Мне нужен фонарик. Там эти пидоры, бля. Ну, блять, я ничего не вижу. Где я? Понимаешь, ну после обновления ж не слышно звуки, но, как его? Чего, блядь? Я хз, как это играть? Что случилось-то сейчас? Как я сдох? Я обосрался. А, паук тоже. Дверь была закрыта, как он сзади оказался. Они же не могут телепортировать собаки. Кинь к этим дуракам обучение. Нет. Зачем? Кратко, хочу посидеть с ними, они там такие хорошие говорят. Не, извини, Виталик, нельзя. Почему? Меня потом будут бить. Кто такой желтый? Ну я знаю, как тебя уже бьют. Они там об этом говорили. А ну-ка, сейчас тогда поподробнее расскажешь? Заспавню, давай. Ну типа они говорили, то что ты друг, и то что тебя многого чипанят, это нарушители вообще. Это все фейк, это все фейк. Очевидно, это все фейк. Лапа. Звуки собаки, это я ей все дал. Давай, повтори, Виталик. Ну повтори. Короче. Я даже не закончил, походу, катку сегодня. А чё, полчаса катка идет, ты реактор не запускается? Нельзя! А чё реактор не запускается, вопрос? А я украинец, извини, нет, вы, ну, рубли как-то, ну, сори. А ты украинец? Окей. Никого убить не можем, ничего происходит. Причин, что происходит. Я не украинец. Потому что у меня друг из Украины не может зайти сюда, я вообще в ахере был сейчас. Миша летит куда-то. Ну я не знаю. Типа, надо было комп порубать вначале, наверное. У меня провайдер это меня типа допускает. Понял. Миша взлетает. Я тут не знаю, что делать. Это единственный сервер, куда меня мой провайдер допускает. Кстати. Вау. Паук. Я на официальные и QQBSH. Все остальное не просто. BSH. Не называй никогда BSH. Букву последнюю, как ты сказал? Как ты сказал последнюю букву? Ты забанен навсегда. Че? Че? О! Деда убили. Вот, кстати, что насчет Хэллоуина? До сих пор так ачивки не дали. Че вы вообще о чем сейчас? Мы об ачивках, короче, на Хэллоуин. Почему ты его не добавляют до сих пор? Что бан, это? Потому что вы получили бан, вы получили бан. Пиздили. Ура! А можно спавниться, убивать? Нет. Блин. Ребята, бьем собаку. Ребята, давайте бьем хаоситов, потом собаку бьем. Можно меня взорвать, пожалуйста? Давай. Вау. Когда катка закончится, то обалдеть. Не успеет убить моговца, он не успеет его убить. 40 минут, обалдеть, да, просто, да. Как в контре прям. Ну чё, Ломан, давай. Поставь. Пиздос. Сколько?
Ты задолбали! Кто выпустил? Почему это выкидывают постоянно? Ууу. Такая с характеристики есть какие-то. Собаку создобить, да? Фонарик, окей. Это не, ну графами этот радует. Идет еще уже полчаса. Ты забанен. За что? Прикол. За что я забанен? Не надо. Это лучшая причина. За что забанил? За то, что он гей. Так за это. Не, за это я не забаню точно. Это бонус. Так тут. Я хотел сказать то, что у нас катка полчаса идет, то, что я ЧВК фенбойчик. Тут весь сервер надо перебанить за такие причины. Ну чё, братцы, идем. Это серьезная песня будет, вы готовы? Я говорю. Ребят, становимся с еще гасим СП не отходим. Потому что раунд он должен затягиваться. Надо замочить собаку, пусть это все будет. Там останется комп только, который, в принципе. Да бля! Ну блядь, ну хуя это включать-то, блядь? Это админ что ли или кто? Какого хуя? Что это за пиздец? Админ, блин. Себя. А кстати, много отнял походу. Да, это я про себя. И оторвала голову. Всегда. Чумачей. Я не сна, и нам не до сна. Я поменял пушку. Почему у меня опять свой фонарик не врубился? Если ломан на сервере, это просто плюс вайп. Прекрасно. Стоп, это ваза? Да, это ваза. Я в ахуе. Ну ты за админы такие. Это кто? Пиздец, собаку. Представьте, еще ничья будет. Рик, понаблюдай за обучением. За обучением? Да. Честно, сейчас нарвалась снова. Слушай, блядь, а можно я музыку поставлю? Блядь, за спад, пожалуйста. По-братски, блядь. По-братски, блядь. Блин, когда я закончу эту катку, это обалдеть. По-братски. У меня серия закончилась минут 10 назад. Поставь. Короче, нет. Заспам меня, пиздец.
42 минуты карты для десанта. А может быть комп вырубить? Сейчас. Есть там боеголовка, алло. Сейчас там чисто. Потому что комп прямо вообще руин все. Они такое ощущение, что в связке играют вообще. Выходите, вызовите лифт просто, заходите туда. Почему? Они лифт вызовут, они лифт вызовут. И кину гранату. Ничего не такое. Готов. Только расстрел. Опять по второму кругу. It not dance, ba-bab, it not dance, ba-bab, it not dance, booty, ba-bab. Я могу включить комбат песню, я могу включить что-нибудь. Включить? Он так просто, я смотрю, он тут ложится просто здесь. Да-да-да, заходи давай быстрей. Так сейчас бабах. Блин, ну и прицел, пиздец. И теперь это наша Фонтин Сити, ACP сосать. Здесь красный свет, и все, я лучше стану. Вот как вот с этого можно стрелять? Кто это? Это же пиздец! Он что, вообще с ума сошел? Как таким пиздецом можно стрелять? Вот серьезно, она же сразу вверх клинит вот так вот. Я даже не знаю. Давай пиздуй на крышу. Пиздуй на крышу. Господи, я просто бегаю с деньги. Четыре. 4 минуты. Просто пиздос. Все. Короче, на этом серия заканчивается. Ужас какой-то. По сути, одну катку сыграли. Ну ладно, две сыграли. И то одну неполную получается, да? Что можно сказать еще по этому поводу? Да ничего нельзя сказать. Поиграли на сервере БСХ, которого рекомендовали. Попытались. Поиграли. Наверное, буду на предыдущих играть все-таки в серверах. Хоть здесь больше плагинов каких-то, которые позволяют определить, когда ты спавнишься. Но все-таки, наверное, там буду. Там как-то больше нубов. Потому что мне не получается нормально играть. Поэтому вот так вот будет. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там и скриншоты, обзор, саундтреки, ну и как обычно, всем спасибо и всем пока.